В микрорайоне новая трехгорка на площадке между улицами Кутузовской и Чистяковой в минувшие выходные состоялась вторая акция по сбору вторсырья. В ней приняли участие члены Общественной палаты Одинцовского городского округа, представители движения за внедрение раздельного сбора мусора и его переработки «Раздельный сбор», а также неравнодушные жители. На переработку отправились десятки килограммов макулатуры, стекла, металла, пластика разного вида, а также полиэтилен, батарейки, ветошь, электрохлам. И, конечно же, добрые крышечки, которые помогают собирать средства на благотворительность. Активисты благодарят всех за участие. Эта акция, безусловно, не последняя.